Проблема безнадзорных животных по-прежнему остро стоит в республике. Одна из главных причин – отсутствие законодательной базы. Об этом сообщили на подведении итогов двухмесячника по регулированию численности бездомных кошек и собак. Между тем, проект закона об ответственном обращении с животными был принят в первом чтении еще в 2011 году, но так и не начал действовать. В этом месяце Владимир Путин дал указание Государственной Думе внести данный законопроект на рассмотрение. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 14 тысяч безнадзорных животных. Очень четко прописаны, значит, особо опасные виды породы, вернее, собак, вот, другие животные. Значит, будут расписаны полномочия все между, значит, те полномочия, которые исполняет Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления. То есть этот закон, он позволит поставить все точки над «и».